Прием-прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс, и сегодня мы с вами играем в замечательную игру, называется Demon Source, по-моему. Здесь можно выбрать сексуального персонажа. Да, с прической, несомненно. Огненная дева у нас будет, next. Будет очень... Не, без шрамов, давайте без шрамов. Брови будут злые, и татушечка будет красная, только татушки нет. Ладно, давай дальше. Обычно удобнее, сигнал теряется легко. Не, здесь какой-то косяк, здесь косяк. Knight, Rogue, Mage. Я все-таки хочу, наверное, за Mage. Простите, я люблю магов. Acolyte Staff, Mage, Robis. Либо Рога. Adventure, Armor, либо Knight. Sword, либо Mage. Ну давайте, ладно. Давайте все-таки Knight. Ладно, это казуальненько будет. У меня просто к ноуту подключилось. Это было однодневное видео. Очень глубоко. The Ulm Rock Dwarves found the relic. Гномы нашли реликвию великой мощи. Демонической мощи. Очень быстро хорды демонов заполнили королевство. Без жалости. Они, короче, все заруинили. Альянс Humans, Elves. Короче, был альянс людей и эльфов. Но они не могли уничтожить источник. В каких-то горах Ульма. Вообще dangerous, что-то опасное. Лабиринт. Can't be really killed. Some heroes drink demon blood. Кто-то, какие-то герои пили кровь демона. И чтобы получить немножко псила. И кто не умирал? Old Dwarf Kingdom in Under... Это Серые Стражи. История Серой Стражей. Так вот, Гватари, это... комп даже не видит нескольких источников. Я на ноуте подключал джойстик. Источников 8 было. То есть, да, узконаправленность определенно имеется, но не думаю, что прям в этом проблема. Наверное, еще давайте звук прикручу. Звука вообще нет, по-моему. Ну и что, начинается игровой процесс. Игровой геймплейный процесс. Ой, ну это будет такая дичь. Системник уже в космос полетел. Игра зависла. Подождем, подождем. Вроде отвисла, но заработает ли? The Prison называется. Забавно. По-моему, у нас другой персонаж был. Давайте я, наверное, все-таки раз записываю. Я сделаю сцену. Что-то, простите, я не подумал вот эту сцену. Ну, пока что не очень нравится управление. Ладно, разберемся. Shoulder. В левое, так. Есть стамина. По звуку, наверное, тихо очень. Так, броня, дефенс. Как ее взять? Есть какой-нибудь инвентарь? На И. Move. XMI. Open menu. Direction. Shift. Weapon art. Shift это что? Alternative attack. Control. Weapon art. Опа, сюда, молодая. Ну, давай посмотрим. Слушайте, ну как же это тяжело будет управляться, я уже прям предчувствую. Ужасно управляется, я бы сказал. Ну, придется привыкать. Direction, your skill, Q, targeting. Drink potion. Как же необычно управление здесь сделано. Попробуем. У меня еще очень сильно картинка рвется, то есть вертикальная синхронизация отсутствует. Ну ладно. Записка. Кто-то one more people. Интересно, очень интересно. Так, снова броня. Но Сэф 40 defense. Я взял ее? Вроде бы да. Танцу снижать. Думаете, это поможет? Вот такие вот здесь настройки Гватари. Как тебе такое, а? Я думаю, Сенса нам не поможет. На мышке. Ладно, я просто буду нежнее двигать. Я потом не найду нужную свою. О, как в Dark Souls можно ломать, это круто. Совершенно пока что непонятно, куда здесь можно пройти. Вот там, опа, мистер Гигарыцарь. Слушай, ну это прям какой-то этот любитель осуществлять вторжение в тузы. Ва, сюда, молодой. Он, по-моему, с тенью дерется, но все равно наносит мне урон. Господи, какая неоднозначная игра. Да, Гаватари, забыл поменять. Забыл поменять, к сожалению. Я не знаю, как спринтить. А можно ли здесь вообще спринтить в этой игре? Open interaction highlight. Нет, нельзя. Забавно. О, на Т можно сканер. А, так это как в Bloodborne, тогда это пушечно. Это тогда легендарно.
Ну, раз по звуку не жалуетесь, значит, наверное, нормально. Господа, я не знаю, куда идти. Вот дверь, видимо. Пипец, как темно, и не видно ничего. Ну, попробуем. Настоящий рыцарь не должен бояться темноты, правильно? Темнота должна бояться рыцаря. Совсем все не работает. Луки вроде бы есть, это радует. Так, можно ли наступать на песок? Давай проверим. Да, песок не опасен. Хорошо. Рыцарь? Да, это рыцарь, блин. На собственном лице убедился, что это рыцарь. Ага, разумеется. Нападение из-под тяжка. Походу, стойка парирования была. Давай сильную атаку в него. Ты смотри, какой прыткий малый. Как же мало я ему урона нанес. Я бы сказал, непростительно мало. Почему в этой игре нельзя делать спринт? Это бы очень помогло. Так, что это за висючка? Очевидно, я проиграл в этом лабиринте. Будем искать путь, пытаться найти. Хоть кто-то рычит, хоть что-нибудь. Обычный зомбяк, который с трех ударов отъехал, приятно. Раз есть противники, значит идем верной дорогой. И сюда не пройти. Понимаю. Предлагают кооператив для Dark Souls попробовать. И я даже, возможно, соглашусь. Ловушки, я был готов. Только я совершенно не понял, за счет чего они триггернулись. Вроде бы не было наживных плит, они... Ну ладно, ладно. Это местные средневековые технологии. Так, здесь у нас что-то вроде комнаты отдыха. Force push. And simple but ancient magic. Ну давай возьмем. На какую? На четверочку. Это колдунская магия. Не иначе. Blessed current weapon. Что-то я произвел со своим оружием. Здесь грибок. Так. Давай Strange. Я же все-таки воин. Усрода. Да, может быть и правда к аватаре. Выглядит похожим на правду. Я потом правда Hall of Tournaments пойду чуть поиграю. Я ужасно хочу. Мне очень нравится. Тысячу лет такого не было, чтобы мне настолько нравился проект. Уж извините. Можно даже будет уйти и не смотреть. Но я хоть чуть-чуть позалипаю. Да реально, Фусруда, говори, откуда ты знал? Это нечестно, он за текстуры зашел и теперь встать не может. Слушайте, в игре, по-моему, такое количество багов, что ни в сказке сказать, ни пером. Не описать. Так, здесь какие-то письма, я письма не читаю. Альфа, ну блин, все равно. Могли бы получше постараться, знаете ли. Так, здесь у нас Renegade Mage Clotes. Ну, к сожалению, я не маг. Так что нам это не интересно, движемся дальше. Возможно, нас ожидает что-то хорошее впереди. Например, The Lords of the Fallen. Почему нет, когда да? Давай Vitality. Макс ХП никогда не была ошибкой. Мана, по-моему, не восстанавливается нифига. И ХПшки почему-то мало стало. Два раза меньше, чем было. Абсолютно не понимаю, что происходит, ну ладно. Здесь много непонятных свечений. И надо бы все это проверить. Так это серьезно, просто освещение в комнате забавно, конечно. Вот думаю, есть ли мне смысл в каждую заходить? Думаю, что нет. В любом какая-то клавиша должна за... Ой, можно камеру удалить, мама родная. Можно приблизить для более интимной обстановки. Давайте силу прокачивать. То есть фиолетовый цвет мой бро. К этому гангстеру со спины подойдем. И накажем его немножко, монет заберем. Снова записка. Кстати, я это с вашего позволения не буду. Точно маг. Не, у нас воин. Воевой
воинственный воин. Малютка. Малютка-чемпион. А, сверху стреляют? Почему я об этом не знаю? Да, Аватар, ты, блин, ты реально разработчик игр. Просто как еще объяснить это понимание? Вепонарт решает. Лок цели, ну, слушайте, в лучших... Battle Cry. В лучших традициях Бабадзаки сейчас я покричу, по воинственному полечусь, пока не поздно. Блин, не та кнопка. Shift по привычке, спринт хочу делать. И двоих хочу победить, вот так. Тупо даблкил. Просто убивака. Лок цели снизу еще одного видит, вроде бы все. Это страшные звуки. Куда идти абсолютно непонятно. Не та кнопка, разумеется. Ну все, теперь мы точно всех победили. А вот же проход. Слушайте, ну выглядит как лютая срань. То есть, интересно, конечно. Но не очень. Может, я, конечно, уже зажрался. Что-то про гномов было сказано. Strange. Ну, это настолько очень плохо реализованный Souls-like. Что лучше уж я даже не знаю, что тут можно сделать. Prison Factory, много всего интересного нам тут рассказывают, разумеется. Тут, по-моему, золотишко лежит. Да вот же, сомнительно, Souls. Wonderful, доброго дня, Демон Souls. Доброй ночи, доброй ночи. Все перепутал. Благодарю, что заглянул. Все верно, Демон Souls. Ой, ну вот, уже выглядит как мощная пушка. О, большой друг. Сейчас будем нагибать. У Фамерфола всегда ВК работает. Нормально такой. Царские опляухи. Просто всю комнату разнес. У меня стамина вообще не кончается. Походу баги. Тоже заработал. Вот у меня тоже через раз. Энергетические баблы. Не то чтобы я не любитель баблов. Давай проверим, как он работает на четверку. Фью. Ой, нифига себе как. Сильно надамажила. То есть камера ушла. Вышла погулять. Так, ну ладно. Ну такая индишатина, мама родная. Можно второе оружие взять. Опа, не успел. Владоса так просто не взять. Школа перекатов не зря. Я ей лучшие годы жизни отдал. Да, очень большой дамаг. Ослепительный дамаг. Сходится. Оп, на перекатчик захожу. Ой, хороший хуяк по голове. Не, ну это плохое оружие. Да что ж такое, Бабадзака, выйди и сделай нормальную камеру, пожалуйста. Ну, мило. От уха до уха режет. У них, походу, фреймы неизвестности есть. Тяжело, конечно. В каждой комнате говнюки сидят. Что за дела? Да, тут со стаминой баги. Иногда она вообще не восполняется. Иногда она вообще не тратится. Камера, конечно. Невероятно. А, это реально из-за того, что в упор нет урона? Тогда это продуманнее игра, чем я думал в 1000 раз. 3000 раз. Что надо прям даже завтра надо выкладывать, пытаться. И здесь у нас щилд. Давай щилд возьмем. Пожди. Я не понял, кто фонарь заглушил? Не делай так больше никогда. Слушайте, да если тут контента достаточно, я даже поиграю. Японские игры. Да, да. Все так, все есть. Забавно, что я щитом могу драться. Обычно использовать щит в виде оружия не ошибка.
Нормально рубит, мой молодой. Моя молодая. Больше силы. Амулет of Эфир. Что-то там медленно восстанавливает меня. Братан, ты видел, какой он мощный? Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но я очень хорош. А я его пробить не могу. Ты смотри, какой ультимативный пипяка. А что насчет ультимативной атаки? Явно был к этому не готов. Не тестировали, да? Да. Ой, зачем тестировать игру, когда можно ее выпустить в демку? Написать Souls-like. И Владос ее с потрохами купит. Анимации какие-то сомнительные. Все клипает через текстуры. Опа! Тайминги мое все. Мое второе имя. Вот же. Мастер Рогу и Рапир. Давай Рогу и Рапир. Почему я не могу и то взять? Я бы хотел. Но игра... Видно, я не гном. Господа, я немножко не знаю, куда идти. Вроде бы сюда. Давайте уже Басяу мне покажите. Я быстренько его натяну. Слушайте, а по-моему, я играл в этот проект. Что-то мне вот подсказывает. Тупо Тор. Вот это, конечно, воротича. Опа, тыкай-тыкай, рапиры. Опа, сюда. Щит оружие чемпиона. Опа, сюда. А чё он щитом-то не блочит? Я... Вот это, конечно, говно. Щит должен блокировать, дамы и господа. Но согласитесь, что щит он вынужден блокировать, но, видимо, нет. Принц полукровка. Ну, такое. Неоднозначно, ребята, неоднозначно. Наверное, это нужно было проиграть. Так, бай. Ладно. Щита не пила. Вроде было написано. Грустный. Мужчина сидит. Yes. Дулик Сворд. У меня деньги есть. Ладно, я пока не знаю, кем я хочу быть. Я не определился. Я хочу быть тем, кто может бегать быстро. Вот кем я хочу быть. Абсолютно без понятия, что тут происходит. Какой-то продавец совершенно без товаров. Не знаю, хочу ли я... О, сюда нам надо. Алхимический стол. По всей видимости, и правда могу. Ой, походу гигапрокачка. Не уверен, что я хочу этим пользоваться. Определение всегда очень сложно. Есть здесь NPC? Абсолютно не знаю, на что я согласился. Надеюсь, это не игра в бутылочку. Кто-то подписался, большущая благодарность. Ну, видимо, все по новой. Ну, прикольно, конечно, то, что это рогалик. Вот, ну, наверное, я на этом закончу. Чё-то как-то утомительно, ожидал гораздо больше. Но, опять же, если вам понравится, вы пишите, мы еще поиграем. Так что очень премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего. Счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. И всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно. Так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёрдс.